Дон Мухаммед Ахмед Шконаев уезжал куда-то в Уругвай, руководитель делегации туда, и Шакену говорит, что тебе принести из зарубежья, какие сувениры, да что там, да, это, ну, зажигалка, что ли, что-то в таком духе. Пока он вернулся оттуда из Уругвая, а он погиб, все спас. Вот так тогда гражданской авиации тело, оказывается, не разрешалось. Но ЦК разрешили ему в Москве. На ЦК был венок. Тот день умер Шверник. Два венка за Шверник и Войману. И мы летели вместе. Тогда услышав, что поразительно, просто когда сидели, молча в самолете, просто громовая вот, тишина. И все пассажиры по очереди сказали соболезнования нам. И все отказались от ужина. Летели, прилетели в аэропорту, как просто стояли столько людей, это было 6 часов утра, встречали. Многие даже не поверили. Вот Шакен шутник, он пошутил, наверное, это его шутка, что-то таком только. Третьего декабря 1970 года в истории казахского кино началась новая эпоха. Никто из главных и второстепенных героев этой истории не желал такого продолжения. Вмиг осиротевшие кинематографисты и зрители оплакивали внезапный трагический уход из жизни Шакена Ага, знаменитого Шакена Айманова. И боль утраты была невыносима. Боль утраты отца, друга, партнера, учителя. Но еще никто не понимал, таких как Шакен Айманов в казахском кино нет и больше не будет. Все, кончено, конец атамана. Началась постшакеновская эпоха.